наконец-то на это решилась. А вам не кажется, что это слишком жестоко? Да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? А с какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Сказал, на выходных мы одни. Джош! Твоя записка? Рад, что ты пришла. То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. О, Господи, она раздевается! Что? Господи боже! Мэтт? Что вы здесь делаете? О. Ханна! Прости, Ханна! Ханна, нет, стой! Нехорошо вышло. Мама, просто такая глупая шутка. О. Черт! Вот вы подонки! Вы все! Ханна! Джош! Джош! Ребят, там кто-то ходит. Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бэт. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. Ханна! Ханна! Эй! Ханна, ты же замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура! Идиотка! Ханна! Ханна! Удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. Убийство? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтон. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. Болезнуем этой семье. Сыну Джошу спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так, ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя.
Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Да! Как на выпускной ей? Поехали! Ура! Приключение! Надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед, а там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем, вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну, или вообще с кем-то другим. Бум. Эффект бабочки. Сэм. Как тебе вид? Просто с ума сойти. Иногда хочется просто стоять и смотреть. Не понимаю, почему было не построить дом поближе к фуникулеру? Вряд ли тут он смотрелся бы. Ты думаешь... Господи! Майкл! Чума, вы бы сейчас себя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась? Класс! Майкл, ты свинья. Да ладно. Мы же друзья, правда? Зачем ссориться? Это безобидная шутка. Мы же в лесу, в зловещем лесу. Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся? Серьезно? Ну ты кретин. Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. К тебе не подъедешь. Майкл, я все-таки скажу, иначе выходные пойдут псу под хвост для всех. Вышло неловко, сам понимаешь. Так что давай это признаем и
Пойдем дальше, окей? Мэтт. Я понял тебя. Понял. Не буду нагнетать. Ага. Значит, мир? Да, мир. Может, еще поцелуетесь? А, конечно, непременно. Вот прямо сейчас. Ну, если серьезно, я пойду вниз, к фуникулеру. Ага. Ну, давай. Пока. Ага. Пока. А, черт. Что? А, ты не мог бы отнести это наверх? Сумки? Да, только все сумки. А ты? Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно, Мэтт, пожалуйста. Эм, я думаю, тебе совершенно ни к чему ходить тут одной. Серьезно? Холодно и уже темнеет. А ты собрался укрыть меня от темноты? Я оставлю вещи здесь и пойду с тобой. Их никто не украдет. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на 5 минут? Ты так плохо обо мне думаешь? Ты не так поняла. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, Эм, я просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно? Что ж, ладно, как скажешь. Спасибо. Я встречу Сэм и сразу приду. Да, хорошо. Ничего себе. Готовы снова подружиться. И даже больше, чем подружиться. А разругались-то с треском и фанфарами. О, господи! Мэтт! Эй, оу, извини. Извини, я не хотел тебя напугать. Ну ты даешь, Мэтт! В смысле, я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но типа не так сильно. Дурак, вот дурак! Слушай, Эшли, ну извини меня, пожалуйста. Ладно, ничего, ничего. Ну что там? Есть за кем подглядывать? Это... Дай-ка гляну. Это... Да он сломанный, ничего, совсем ничего интересного. Правда? Да ладно. Наверняка там где-то медведь жрет в лесу или типа того. А? Ну ни хрена ж себе! Вот так вот, Эмили. Что за фигня? Да это же ничего не значит. Не значит, ты думаешь? Ну, для правда. Эмили все ничего не значит. Так ведь? Я не знаю. Вот ведь. Мэтт. Значит, ты как? Выходи с поднятыми руками. Ты окружена. Ну что я могу поделать? Что остается нежной юной мятежнице? Ну, я не знаю, если тебе так нравится. О! Класс! Где же ты прячешься, моя девочка? Яблочко! Эй! Ау! Эй, Майк! Ну да, подловила меня. Ладно, хорошо. Дом, милый дом. Я бы не назвал его милым. Фу, мамочки, как хорошо быть под крышей. Хотя тут тоже очень холодно. Я разведу огонь. Все на прежних местах. Тут никого не было. А как же полицейские? Сюда мало кто приезжает. Угу. Как дела, тусовщики? Привет. Привет. Располагайся. Бери, что хочешь. Ты ведь всегда берешь, что хочешь, правда? Майк, не лезь к моей девушке. Парень,
Ты вообще о чем? Не лезь к Эмили. Эмили? Да на кой черт мне сдалась твоя Эмили? Слышь, приятель, не наглей. Ты здесь вообще лишний. Серьезно? Да успокойся ты, придурок. Ах ты, урод! Эй, эй, отвали! Эй! А ну, хватит, вы оба. Мы вернулись сюда не для того, чтобы оторвать друг другу головы. Мы приехали хорошо провести время. Майк, вы с Джесс не хотите заглянуть в хижину? Помнишь, я тебе говорил? Да. Хорошо. Пройдемся? Ага. Ну что, Джош, разведем огонь? Где моя сумка? А? Сумка, маленькая сумочка, ну, с розовым, на Родео Драйв купила. Мэтт, ты меня слышишь? Ну ты что, не помнишь? Рядом с магазином итальянской обуви, где я взяла шпильки, а ты свалил вешалку, заглядевшись на девицу за прилавком. Эй-эй, она просто спросила про надпись на футболке. Ага, конечно, насрать ей было на твою дизайнерскую футболку. Да что ты прицепилась? Найди мою сумку. Господи, Эмми, ты могла просто забыть. Чтобы я забыла сумочку? Ну... Сдурел? Ладно. Да ты ее, небось, на фуникулёре оставил. Ну, милый, пошли искать. А потом согреемся? Еще как согреемся. Ладно. Ладно, идем. Так, а я ванну приму. Экскурсия. Секскурсия. Тоже неплохо. А далеко тащиться до этой вашей хижины? Эта хижина будет самым уютным и романтическим любовным гнездышком в твоей жизни. Еще бы до нее дойти. Ну, надо же верить в удачу. Ну, может быть, она тебе и улыбнется. Эй, порнозвезды! Вы забыли это! Порнозвезды? Я бы позырил. Как пошло. Простите, что выставил вас. Да забей. Но я думаю, вы там найдете чем заняться. Угу. Ну и ты там не скучай. О, чуть не забыл. Вам нужно завести генератор, чтобы осветить дорогу. Там темнота. А, я понял. Аккуратней, дурачок. Делюсь любовью. Испугался. Чтоб тебя, Джош. Не мог хотя бы дорогу для гостей слегка расчистить. Брось. Что? Не знала, что ты из тех, для кого стакан всегда наполовину пуст. Что я такого сказал? Ну-ка, отойди, нытик. А, ну-ну, выпендрешь. Эй, Майк! Что это у тебя такое на лице? Бум! Ладно, ладно. Сама напросилась. Джесс! Джесс! Сэмми! Что? Не хочешь помочь мне разжечь огонь? А я думала ванну принять. О, тебе в этом деле помочь не надо? Как смешно. Да ладно. Что, Джош, сумеешь подключить горячую воду в своем роскошном доме? Да ерунда это все. Так, для хух. А вот и нет, братан. Мы часто вызывали, я и... Ну... Эй, Джош, отсутствие горячей воды – это очень большой прокол. Да, да, нужно просто бойлер включить внизу, в подвале. Ладно, вы пока поищите гадальную доску. Крис, пошли искать. Пороемся в разных сокровищах. Ну, ладно... Давай. Класс, вы не пожалеете. Пойдешь за компанию?
Эй, а я не зря дал Крису и Эшли совместное задание. Пускай побудут немного наедине. Скорей бы Крис набрался смелости. Он так боится, что Эшли ему откажет. Да не будет этого. Чего именно? Ни того, ни другого. Потому что смелости к ней подкатить он наберется разве что под дулом пистолета. Пришлось затащить тебя в самые недра. Лишь бы в конечном итоге была горячая вода. Ну, я к тому, что одной тебе сюда ходить не стоит. Ясно? Да уж. Здесь жутковато. Ага. Сюда не стоит ходить одной. Бейсбол в снегу – это, наверное, жестко. Ну, мы же не зимой играли. Тут было так круто летом. Мы каждый раз приезжали сюда всей семьей. Мама, папа, сестры и я. Мы устраивали настоящий полноценный матч на большой лужайке. Это все не вернешь. Новая реальность, да, Сэм? Ты можешь поддержать? Что это? А что там? Ты посвети сюда, чтобы я видел, что делаю. Отлично. Так, первым делом нужно увеличить давление воды, а потом можно включать бойлер. Звучит очень сложно. На самом деле это проще простого. Все что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. Я просто тебя погнал. А ты реально испугалась. О, Господи. Не шевелись. Что? У тебя за спиной. Ну да, сейчас. Так, ты ведь это тоже слышишь? Джош! Что? Какой-то ровный ритм. Это как-то очень странно. Ну, тогда ты оставайся здесь, а я проверю. А, как скажете, мадам. Чтобы никто не залез! Эй! Что? Эй! Какого хрена? Фу, клёво я прикололся. Чего? Да, вообще отлично. Вот зачем так делать? Скажи! Тут столько всякого прикольного старого хлама, ты не представляешь, я просто не мог удержаться. Ты что вообще? А ты был в курсе? Не, а жаль. Степ, что надо. Я готова признать, что твой тупой розыгрыш, пожалуй, был смешной. Ну так, чуть-чуть. Мастер шуток. А вот про шутки я ничего не говорила. Твой розыгрыш тупой. Скажи честно, ты насмерть перепугалась. А вот и нет. Ну пустила ведь в штаны, Джош! А? Что это на тебе за балахон? Я нашел призвание. Надеюсь, ты примешь обет молчания. Ладно, ладно. Ты хоть доску нашел? А вот наш пропуск в мир духа. Знаете что? Нет. На сегодня хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. А вы развлекайтесь. О, кстати, берегитесь Джоша. Он приколист. Хорошо.
Эй, балбес, иди сюда. Заманиваешь в укромное местечко? Сейчас все сам узнаешь. Ладно. Дух, ты здесь? Если да, подай нам знак. Явись нам. Постойте-ка! Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется! Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Не знаю. Что это значит? Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Кто же ты? О, опять. Так, С. Е. С. Т. Р. А. Сестра. Сестра? Чья сестра? Да ладно, чё, реально? Заткнись! Кто говорит с нами? Хана? Это ты? О, боже! Да бросьте вы! Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Хана, мы скучаем. И хотим знать, что с тобой случилось. Ты можешь рассказать? П. Р. Е. Д. О-о-о. Мне уже страшно. Предали. О чем она? Движется. О, боже. У. Б. И. Л. И. Нет, нет. Убили? Мы их не убивали. Это же была шутка! Эш, успокойся, ладно? Надо спросить еще. Прости, прости меня! О чем это она? Спроси, что случилось. Надо же узнать. Спроси, Эш. Ханна, скажи, кто? Б. И. Б. Библиотека. Может, в библиотеке что-то? У. Л. И. К. Улика, значит, есть улика. В библиотеке? Охренеть! Крис! Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем? Но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эш, только не виновата. Этого мне не хватало, придурки! Пойдем его догоним? Да ну его. Не, лучше не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Джесс! О, твою ж мать! Джесс, я торжественно обещаю не убивать тебя. Ну ты даешь. Здорово вышло. Нет, нет. Стой, 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 ты должен это увидеть, ты должен, смотри. Нет, 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 Майк, смотри. Ты меня снимала? Вот это лицо. Я испугался, Джесс, нельзя так пугать людей, да еще посреди леса, страшно же. Я напугала. Если ты это запостишь, то я что? Тебя убью. Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Узнать человека по-настоящему можно, лишь напугав его до потери штанов. Ну, штаны-то пока на мне. О, да неужели? Да, старайся лучше. Это вызов, что ли? Но я надеюсь, ты крепкий малый. Потому что сейчас на тебя обрушится вся мощь моих пугательных талантов. Жесть. О, это ужасно. Жуть.
Похоже, ему конец. Дружок. Ну давай. Боже мой, бедняжка. Потерпи. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Уже недолго. Потерпи. Уже недолго. Беги! Беги! Господи, что это было? Я не знаю! Ну давай сюда! Медведь! Это медведь! Смотри! Смотри! Найди ключ! Открывай! Боже мой! Еще бы чуть-чуть! Что? У меня все было под контролем. Иди ты! Да, да, все сто. Все сто. 110. Кошмар, я как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. Это медведь? Ага, наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не разглядела. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Правда? Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное, ты прав. Ладно, будем считать, мне почти полегчало. Ну, почти. Ну, конечно. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. А, ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтобы согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потрёмся друг от друга и разогреемся как следует. Майк, да. Камин и уютный свет. Да, миледи. Майк! Что? О, черт! Что? Да где он? Что? Что такое? Он потерялся. Блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт, дура. Наверное, в снег выронила. Да, жопа. Если я его не найду, родаки меня убьют. Но купишь другой. Да это уже четвертый за год. Ладно, ладно. Ну, давай его поищем. Он точно в снегу. Ага, только как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Твой телефон! Что? А как это мой телефон? Я не знаю. Прилетел в окно. Ах, да какого хрена? Вот же твари! Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Я знаю, что вы там. Нахрена вы
приперлись. Что, так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трахаться по полной программе. Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем. Да что ж такое? Надеюсь, в романтической комедии. Ну как, в доме у Вашингтонов и не быть тайным уходом? Они могли и не знать о нем. Дом очень старый. Слышала? Это Джош! Вроде из кухни. Джош! 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 Эшли! Эш, что происходит? Пусти меня! Эшли! Что? Я... сейчас... Эш? Эш! О боже! Джесс! Джесс, ты жива? Спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня
Мы проведем испытание воли. Эксперимент. Что тут происходит? Для этого эксперимента нам понадобятся эти двое подопытных. Джошуа и Эшли. Твою мать! Но есть еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. Господи, Крис! Выдайте нас отсюда! Пожалуйста, меня отсюда, моя! Прошу вас, успокойтесь. Все очень просто. Кристофер, прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасешь. Нет, пожалуйста, этого не может быть. Черт, нет! Боже, я не верю! Так, ладно, все будет нормально. Дружище, братан, погоди, остановись, подумай. Крис, я не хочу умирать. Погодите, я что-то не соображу. Чего? Эшли, ничего, не бойся, я тебя спасу! Спасибо! Не надо! Ясно! Крис! Ты решил спасти Эшли! Я думал, мы друзья! Я-то думал, мы друзья! Прости! Остановитесь! Так нельзя! Нет! Остановись! Хватит! Так нельзя! Нет, не смотри, Эшли, не смотри! Что произошло, Крис? Прошу, скажи мне, что он живой, Крис! Я сейчас, Эшли, я сейчас тебя освобожу! Тише! Так, давай развяжем тебя, надо уходить отсюда! Нет! Мы уходим, слышишь? Крис? Эшли? Кровь? Эшли, чья это кровь? Ты ранена? Крис, что случилось? Джош! Что, Джош? Эй! Он погиб! Стоп, прямо что? У нас на глазах! Ты там, что несешь-то? Там маньяк! Маньяк? О боже, надо убираться отсюда! Не понимаю, что там случилось? Маньяк как? С пилой! Либо Джош, либо Эш! Я не знаю, что делать! Господи! Она его распилила! Все кишки наружу! Что? О боже, Крис, ты что? Я убил его! Стой, я Крис! Я убил его! Это я виноват! Нет, бред какой-то. Надо позвать на помощь. Прямо пополам! Давайте успокоимся, ладно? Надо звать на помощь, быстро! Не знаю. Эм, нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где. Она должна быть в доме! Ладно, ты прав. Собери всех. Но если тут рыщет маньяк, нам нужно позвать на помощь, так ведь? А не сидеть и ждать. Ну как же... Что тут еще обсуждать? Пошли! Не было. Сейчас. Как? Просто руби! Творится. Наверняка это тот чувак, который добрался до Криса и Эши, и Джоша. Он знал, что это единственный путь назад. Не пугай меня. Ты посмотри, где теперь вагончик. Но это не так уж и далеко, да? Ты сможешь допрыгнуть? Я, конечно, крут, но не настолько. Хотя, вольщенок.
Ну, Мэтт. Смотри, пожарная вышка. Может, на пожарной вышке есть радиостанция или телефон, или еще что-нибудь? Может. Других вариантов все равно нет. Да, наверное. Нам нужна радиосвязь. Пугать пришли. Так. Куда вы все делись? С меня хватит! Слышите? Меня этот ваш игнор совершенно не устраивает! Привет, Саманта. Меня ищешь? Ищи, не ищи. Это не поможет тебе, Саманта. Ты увидишь только то, что я захочу. А мне есть что показать. Что происходит? Открой глазки. О, Господи! Она красивая, правда? Что она там делает? Вот птичка купается. Зачем? Зачем? Но знает ли она, что ждет ее впереди? Что это были последние счастливые мгновения ее Зачем жизни? Зачем ты мне это показываешь? Зачем ты смотришь? Что ты чувствуешь? О, Боже, что ты сделал? Я дам тебе 10 секунд. 9. Нет, 8. Нет, 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 нет! 7. Не надо! Сэм! Нет. Сэм! Нет. Черт, 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 черт! Света нет. Где-то здесь наверняка.
ответьте, нам нужна помощь. Прием, прием! Черт! Алло! О, Господи! Слава Богу, нам нужна помощь! Алло, кто-то пытается с нами связаться? Это служба лесной охраны округа. Ваш сигнал очень слабый. Говорите медленно и четко. Прием! Спасите! Пожалуйста, помогите нам! Мы застряли на Блэквудской горе! Тут маньяк! Если вы это слышите, пожалуйста, повторите свое сообщение. Я не понимаю, что вы говорите. Пожалуйста, прием. Помогите нам! Алло! Алло, назовите себя! Прием! Меня зовут Эмили! Алло! Вас плохо слышно. Повторите. Прием. Мы на Блэквудской горе у лыжной базы. И здесь убийца. Он охотится за нами. Уже убил одного из наших друзей. Пожалуйста, вы должны помочь нам. Ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, как призрак. Да ну. Я серьезно. Почему ты мне не веришь? Я же его видела. Какой мне смысл врать? У нас просто был шок, ясно? Нет, какой шок? Я видела. Я его точно видела. Ладно, ладно. Может, ты что-то и видела. Вот что. Главное не терять головы. Мы что, с ума сходим?
Мы искали везде. Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных, а? А вдруг мы нужны Сэм? Вдруг она в беде? Наверняка. Смотри сюда. Кровь? Вдруг это Сэм. Ладно, попробую открыть. Есть, но черт, она тяжелая. Осторожно. Пролезай, не могу долго держать. Давай. Крис! Скорее. Я видела там Сэм. Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть. Но я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться. Я догоню. Сэм! Эш! Черт! Крис! Эй, спокойно. Как же ты меня напугал, господи. Ага, скажи. Что это за клоун-то? Это манекен, глупая. Он же... Почему на нем... Одежда Сэм, ни малейшего понятия. Откуда ты вообще его взял? Из холодильника. Да, теперь все понятно. Зачем ты его принес? Думал, ты мне не поверишь. И еще это... Ну, плохой знак. Для Сэм? Да, для нее. И для нас. Сейчас у нас есть проблема посерьезнее. Какая? Тот псих, Крис. Я только что его видела. Что? Где? Куда он пошел? Не знаю. Нам нельзя шуметь. Он может быть где-то рядом. Чудно. Не надо! Сэм! О, Крис. О, нет. Эй. Сэм? Сэм! Крис, черт. Она умерла? Господи, нет, Господи, нет, Господи. Нет, она жива. Откуда ты знаешь? Она дышит. Что с ней такое? Она без сознания. О, нет, 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 это плохо, очень плохо. Нужно забрать ее отсюда. Крис! О, черт! Нет, отвали! Не подходи ко мне! Неплохо! Очень неплохо! Попали! Эш! Эш! Черт, я этого козла убью нахрен! Что это? Это он! Нет, Крис! Тот, кто убил Джоша! Боже мой, нет! Господи! Кровожадный ублюдок! Чудовище! Господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет! Если б я могла сказать, почему так несправедливо? Что? Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь все пропало. Эшли, ничего не пропало. Но почему? Потому что я был счастлив. Каждое мгновение, которое провел рядом с тобой. И как мне это понимать, Крис? Прости. Я должен был прямо сказать. Блин, Крис. К
когда мы отсюда выберемся. О, господи! Нет! Эшли, я тебя вытащу, я тебя спасу! Ну что ж, мои дорогие подопытные. Черт, боюсь, Крис. Не бойся. Правильно делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой выбор. А теперь он должен сделать еще один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Выбор за тобой. Не будь дурачком, Крис. Стой, стой! Не надо, Крис. Лучше меня. Ты уже один раз спас меня. Черт! Теперь дай выбрать мне, дай мне спасти тебя. Пусть это последнее, что я сделаю в жизни. Я так хочу! Крис, пожалуйста. Сэм. Ну, у тебя и вид. Я тебе тоже рад. Что ты делаешь? Видишь ли, Майкл, отбиваться от маньяков-убийц в полотенце не так уж и удобно. Не возражаешь? О, да, прости. Ну все, готово. Вот теперь пошли. Я готов. Что это? Это что? Кто-то плачет? Нет! Нет, нет, нет! Убирайся! О, Крис! О, Крис, 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 Крис. Какого хрена? Ты же слышал о классных патронах. Серьезно. О, боже. О, господи, Мэтт. Мэтт! О, боже мой. О, черт! Чтоб тебе! Так. Черт! Черт! После всего, что вам пришлось пережить, очень-очень хорошо. Ну и как вам, а? Понравилось вам? Страх, унижение, беззащитность, паника. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет. Их больше нет. Если ты не заметил, Джош, никто из нас не смеется. О, ну что вы, что вы, что вы, что вы. К чему такие унылые физиономии? Иногда полезно заставить сердечко колотиться.
Как забились ваши маленькие сердечки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Надеюсь, вы заценили мой фантазмагорический спектакль. Ну, то есть, себя очень учтены, все возможности использованы. Это такое наслаждение управлять вами. Куклами с такими предсказуемыми реакциями. И кровища. Кровища, море крови, бутафорские тела. Это все недешево. И никаких дублей. Нет-нет, но каков был эффект? Видели бы вы свои рожи. Уж вы-то все приняли за чистую монету. Джош, зачем ты это делаешь? Даже не спрашивай этого чокнутого недомерка. Бесполезно. У него крыша съехала. Видать, на колеса забил. Ну какие колеса? Месть! Вот лучшее лекарство. Тебе хана. Майк, он болен. Бросьте, вы еще будете меня благодарить, когда станете сенсацией в интернете. Что-что? О, это будет просто мега-хит. Он облетит всю планету. Тут вам и безответная любовь, и кровище. Море кровище. Да всех жестких дисков Китая не хватит, чтобы пересчитать количество просмотров. Ты что несешь вообще, кретин? Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! Значит, связывайте меня, да? Не дергайся. Ага, ладно, ладно, ладно. Сижу. Кто дергается, того неудобно связывать. Джош, слушай! Ну, немножко-то дай подергаться, а? Что сделать, чтобы ты заткнулся? А, не так сильно! Эй! Не так сильно, а то не подергать. В пластиковых стежках все свалю. Что? Что за чушь? Что за чушь он теперь мелет? Смотреть против. Против заложников. Гарантия. Раньше такое было? Или нет, мы по крайней мере, деньги. Я не слышал. Иди-ка ты в дом. Проследи, чтобы все было нормально. А я побуду с этим психом. О, потусим. Эй, может, закажем пиццу? Майк, ты уверен? Они там, наверное, с ума сходят. Ты прав. Увидимся утром. Что еще? Откройте! Откройте! Открывай скорей! Запри дверь! Боже, запри дверь! Эм, ты цела? Я думала, не добегу. Ты орала, как эм, резаная. Эм, ты цела? Слушайте, там на вышке был передатчик, и я смогла выйти на связь, но потом вышка тут же рухнула. Эм, ты вернулась? О, Господи, Майк. А где Мэтт? Мы пока не знаем. И еще какой-то монстр, который гнался за ней. Она не в себе просто. Эмили. Эм. Опа. Это еще кто? Джош. Джесс? Это не Джесс. Извини, но кто там? Не знаю, надо проверить. Готов? Готов? Да открывай, наконец, пока наш гость не ушел. Или дай пистолет и открой сам. Нет, нет, нет. Так будет лучше. Ты открывай, а я прикрою. Черт! Черт! Не с места! А ну-ка, стой. Стоять. Какого? Старик, полегче. Так, давайте успокоимся. Идите-ка все вон туда. Идите и послушайте, что я вам скажу. Я пришел рассказать, что ждет вас на этой горе. Не надо было вам возвращаться. Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах.
Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Ха, вот Вашингтоны удивятся, когда услышат. Ну, гора это не моя, ты прав. Но и Вашингтоны здесь не хозяева. Эта гора принадлежит Виндиго. Кому? Что он несет? Какое нахрен Виндиго? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Вот, я же говорил, он преступник. Сто пудов. Шш, тихо, Майк. Страшное проклятие лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды, дух Виндиго выходит на свободу. О, черт. Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо. Тогда все спускайтесь туда и ждите. Чего? Зачем? Долго? До рассвета. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Я пойду за ним. Не ходи туда, Крис. Я его лучший друг, и я его подвел. Нет, это он тебя подвел, и всех нас тоже. Плевать, я иду за ним. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Иди одному, самоубийство. Ладно. Остальные, идите в подвал. Прячьтесь скорее. И не вздумайте выйти, пока мы не вернемся. Сдается мне, ты не понимаешь, на что мы идем. Ну, лично я иду за Джошем. Нет, я иду за Джошем, а ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно? А, да, понятно. Иди за мной и делай так, как я скажу. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне, знаю. Крис, береги себя. Поживее, сынок. Я скоро вернусь. Вот ты эксперт по этим монстрам. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен и делай, как я. А это правильно их убивать? Что, если их можно вылечить? Они теряют свои права, как только начинают есть людей. Их нельзя вылечить, нельзя что спасти. Что случилось? Его нет. Мы опоздали. Шш, тихо. Надо уходить. Сейчас. Надо найти Джоша, может он здесь. Сначала тебя обездвижит. Потом сдерет живьем кожу с твоего тела по кусочку. А потом на твоих глазах будет пожирать внутренние органы один за другим. Тогда пошли в дом. Идем. Он может быть близко. Беги! Давай, живо, живо! Твою мать! Какого хрена? Назад! Назад! Охренеть! Мы тут прямо на виду. Надо убираться отсюда! О, господи, господи, господи! О, черт! Да, получи! Эш! Эш! Слава богу! Скорее пусти меня! Господи! Крис! Что произошло? Надо уходить! Эта тварь прямо за мной! Беги, 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 беги!
Черт. Боже мой. Боже мой. Остались одни? Нет, только нет. Совсем одни. Но теперь ты с нами. Нет. Мы семья. Уйдите. Оставьте меня в покое. Сгиньте! Почему ты не нашел нас, Джош? Нет. Почему оставил умирать? Я не хотел вашей смерти. Клянусь.
Что с тобой? Если не уйдем отсюда, будет хуже. Давай. Надо проверить подвал. Может, там кто остался? О, и как, по-твоему, мы выберемся? Стараюсь об этом не думать. Нет! Бежим! Бежим отсюда! Скорее, скорее! Скорее, уходим! Беги! Ой, черт! Thank you.